Наказали за снег в мешках. После инцидента, который прославил саратовских учителей, на всю страну провели служебную проверку. По ее итогам была уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района. Также объявлены выговоры заместителю главы администрации района по социальной сфере и директору школы номер 95. Именно там и произошел инцидент. Напомним, в соцсетях появилась фотография, на которой преподаватель 95-й школы лопатами убирали снег в строительные мешки. При этом на улице был сильный мороз. Об этом написали и федеральные СМИ. Случившееся в школе прокомментировали так. Штатных дворников не хватает, а коллектив вышел на уборку добровольно и работали учителя меньше часа. В очередной раз чиновники, теперь уже от образования, своими действиями явно не от большого ума опозорили город и опозорились сами. А когда в образовательном учреждении происходят такие ситуации, это наносит большой ущерб репутации и подрывает доверие к профессии учитель. О таких случаях лучше говорить, высказывать позицию, осуждать, чтобы такое не повторялось в будущем. Глупость вовлечения людей в погрузку снега в мешки не может идти рядом с получением знаний. Все эти пользователи также недоумевали над этим случаем. Появились даже мемы на эту тему. Мы вышли на улицы города и поинтересовались у саратовцев, а что они считают по этому поводу. Должны ли учителя, врачи и другие работники выходить помогать чистить снег? Достаточно учителям и врачам, медработникам работы на своих местах, профессиональных. А этим должны заниматься дворники. Может, в рамках какого-то общественного субботника? Ну, включая меня там, ну, один раз в неделю там, раз в зиму можно, наверное, выйти, а на постоянной основе это, наверное, что-то не то. Недавно была ситуация такая, что учителя складывали снег в мешки. Вот можете как-то... Слышали. Я, честно говоря, даже не могу это комментировать. Это какая-то фантастика, и это не должно происходить у нас. А вас когда-нибудь на работе просили выйти и чистить снег? Ну, в советское время нет. А сейчас? А сейчас я пенсионерка, я выхожу сама, чищу себе тропинки. Так. Почему вы это делаете? А кто же нам нужен? Я живу в частном доме. Кто же нам прочистит тропиночки? Если мы не будем чистить, мы вообще завязнем в этом снегу.